Партнер проекта – компания ООО «Парма-УПАК». Три улицы в одном микрорайоне, недалеко от ДКЖ. Три улицы, а какие три разные судьбы? Одна недавно была полностью реконструирована, расширена, оснащена ливневой канализацией. На другой недавно поменяли асфальтовое покрытие. А вот третья, как сестра младшая, до сих пор остается неприкаянной. Улица, про которую я говорю, улица Фридриха Энгельса. И, как вы, наверное, уже успели догадаться, две остальные – это Папанинцев и Боровая. В отличие от Папанинцев и Боровой, улица Энгельса сегодня представляет из себя плачевное зрелище. Я бы даже сказал, страшное. Это по-настоящему лоскутное одеяло. Причем лоскуты этого самого одеяла давным-давно уже местами пришли в такую негодность, что требуют, ну, просто скорейшего ремонта. Вот как, например, на этом перекрестке. Хотя, вы знаете, в принципе, я сильно утрирую, называя эту улицу просто ужасной. Нет здесь огромных ям. Нет здесь серьезных перепадов дорожного полотна. С геометрией дороги здесь вроде бы тоже все в порядке. Даже, очевидно, некая горка посередине, некий холмик, который и должен быть для того, чтобы вода стекала. Ливневой канализации, правда, нет. Но это не страшно. Разрушенный бордюрный камень здесь превращает эту территорию, вот просто одного взгляда достаточно бросить, чтобы это понять, превращает эту территорию в настоящее ущербное пространство. Потому что сам бордюрный камень ущербный, это, кстати, вообще большая проблема. Я не знаю, где и кто делает бордюрные камни в нашей стране, но делают это очень плохо, хуже, чем все остальное, связанное с дорогами. Потому что даже на новом асфальте новых территорий, абсолютно новых дорог и улиц, бордюрный камень – это первое, что начинает разрушаться. Оторвав от бордюрного камня железяку, мы можем проверить то, как выглядит здесь ливневая канализация. Вот она, родная. Точнее, ее отсутствие. Я бы даже сказал, не ее отсутствие, а ее имитация. Потому что это совершенно точно не ливневка. Вот такие вот деревянные столбы, которые уже перестали выполнять свою функцию, сняли с них электричество, но вот остались эти козьи ворота, неубранные здесь. Эти трубы через детские сады. Они ковыряют в нашем сознании дыру, которая, я думаю, остается подспудно с нами всю оставшуюся жизнь, приучая жить нас в неухоженном, брошенном, неорганизованном пространстве. А ведь так, дорогие друзья, быть не должно. И программа «Их дороги» будет бороться с этим, пока существует в эфире телеканала «Ветта». Меня зовут Артем Жаворонков. Все на сегодня. Увидимся уже совсем скоро. Пока.